все губы себе поразрываешь, дури. Иди отсюда. Уж там такой-то я что ли? Ну да. Ну конечно, еще и не монстр. Ну такой середнячковый. Ну я его отпущу, потому что надо большие езди. Тихо. Да стой же ты, господи, ну подожди уже. Ну подожди уже, господи, стой. Дай спину, повернись. О, ну такой нормальный ясь, но я его отпущу. Пускай идет. Постарше будем брать. И окунь, что ли, крупная чуть. Ну хороший окунь. О, сорвался. Ну ладно, бог с ним. Не страшно. Всему свое время. Ух ты. Опять окунь, наверное, крупное что-то. Под язык. Ну ясь, в принципе, тоже хороший, но тоже еще не сильно большой, поэтому тоже я его отпущу. Я сегодня хочу половить большую рыбу, поэтому очень большую рыбу хочу сегодня половить. Тихо, сейчас отпущу. Ой, шума сколько, а? Нашумел наш. Кошмар какой-то. Слушай, братан, ты чё? Да ты чё, окунь? Так дыр-дыр-дыр делает. Окуняра. О, хороший, толстый какой. Прям красавец. Тихо. О. Ох, какой хороший окунь. Так. Да что ты? Как ты там? Ох, какой классный. Надо кукон освободить. О, красавец какой. А я кукон даже не достал.
хорошие окуня такие, грамм 700-800, наверное. Не знаю. О, язёк. Блин, сегодня крупнее, видать, и нету. Иди, позови папу или маму. Хотя и ты не мелкий, конечно. Но я сегодня за монстрами пришел. Что-то понизу окунь. Ага, не сильно большой, конечно, такой приличный, но я его отпущу, конечно, потому что мне надо побольше. Сейчас успокойся. Как же ты так поймался там, блин, жестко. Блин, твою ж что ж там такой-то? Ух ты! Ух ты, какой ты красавец! Так, лучше на берег, да? Лучше тебя отвезти на берег. Ух, с дороги. Большой, какой хороший. Вот это да, друзья. Какой же ты большой. Вот этого я поймал, да это? Вот это да. Красавец. Блин, ножницы не взял, а он заглотил так хорошо. Ладно. Иди сюда. Так. Это серьезный чувак, да. О, монстряка, друзья. Это просто монстряка. Вот я за ним и охотился. О, какая рожа. Ух, красавец. Красавец. Сейчас мы тебя определим. Ох ты, блин, тут, наверное, и кука надо. Побольше было бы.
Ну давай, давай. Вот и все. Хороший. Вообще хороший. Вот тоже, по-моему, монстр взял. О, хороший. Иди сюда. Посмотрим. Ящ, что ли? Да, под язык, блин. Ладно, сейчас я тебя отпущу. Сейчас губы себе все поразрываешь, дурень. Под язык, блин. Сейчас отпущу тебя, сейчас. Дай только выковырять теперь. Крючки же с тебя надо. О, Господи. Да, 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 да. Давай, иди. Иди, я за окунями сегодня. Блин, а я-то обрадовался, думал. Окунь большой. А, зараза. Ладно. Дыр-дыр-дыр, это окунь. Блин, большой, что ли. Угу. Тяжело идет, вообще капец. Ну-ка, покажись. А, ясь, ну ладно. Ну, такой хорошенький ясь. Да, ясь отличный, это тоже крупный, хороший ясь, ну не монстр, сегодня у нас охота на монстров, блин, во, все, иди, иди, гуляй, блин, всего обрызгал, чудо сраное. Блин, ясь подошел. Сейчас, сейчас. Сейчас я тебя отпущу. Иди. Ну такой приличный окунь, да. Грех выбрасывать. О, блин, сам отвалился. За край губы взял и ушел. Опять окунь. Только не знаю, насколько большой или маленький. Но идет пока по течению. По ходу. Ах ты, блин, хороший, видать, был, не знаю даже. Под язык.
Ох, какой ты хороший. Тихо, тихо, тихо. Губы порвешь себе. Достойный ясь. Вот это уже посерьезнее ясь. Тихо, тихо, тихо. Вот это покрупнее ясь. Даже удержать его не могу. Сейчас, 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 не крякай. Блин, палец мне порезал. Гад, блин. Жабрами своими. А. Ну надо же, как лезвие он. А, блин, зараза. Ну хороший ясь, крупный. Пойдет, ладно. Зараза, ты посмотри, всего. Я обрызгал всего. А, и порезал мне палец. Ну зараза такая, ага. Ладно. Бог с ним. Что ж теперь делаешь? Санька, езде возьмешь, Саш?